Всем привет! С вами Прия. Сегодня среда. Вне зависимости от своего местоположения, нужно вскрыть мифические сундучки, но также вскрывая ПВПшные на монахи. Собственно, вскрывать текущие сундуки нужно и вполне можно, то есть засаливать их вообще ни к чему. Засаливать нужно лишь только те сундучки, которые, получается, будут с 23 числа по 30. Вскрываются сундучки 30-го к неделе открытия Мифик Рейда. И тем самым можно будет лутануть вещицы и, скорее всего, пыли чуточку побольше и получше. По крайней мере, я на это надеюсь. Но в любом случае, вскрыв сундук раньше, вскрыв сундук позже, не особо прям какие-то такие изменения будут в накоплении валюты или получении эквипа. Но если все-таки все будет классно, и вскрыв 30 числа два сундука, можно будет залутать что-то получше, то будет весьма на самом деле классно. Что это? Колечко. Окей. Валдазар. Ну, все хорошо. На монка упало в принципе ничего. То есть тринкет, который падал уже много-много раз и очень давно, в момент того, когда я бегал от Алдазар ради какого-то фарма, силы артефакта. Ну и колечко, конечно. С таким рейтингом что-то лутать за ПВП — это вообще просто смех на самом деле. То есть, будь рейтинг, там, не знаю, 2-2500, уже можно было бы надеяться на какие-то проки. А тут лишь только если вещица будет плюс 30-40 этого левела, то только тогда она даст какое-то улучшение. На ДК я хочу лутануть, не знаю, пушку, скорее всего. Это было бы весьма неплохо, на самом деле. Какую-нибудь новую, такую классненькую. Ну-ка. Второй? Зачем? То есть... Я не понимаю. Ну и ключ от Алдазар, собственно. Тринкет от Алдазара и ключ от Алдазар. Хм, забавно, на самом деле. А что там по аффиксам? Что-то я не углядел. Вы и так все прекрасно знаете, что я буду рассказывать. Как бы Мифик Плюс система уже в течение 2,5 лет активна. Ну а в БФА модификаторы не особо изменились. Ой, ну ладно, хорошо, так и быть. Сейчас скрою на войне сундучок и расскажу про модификаторы. Хорошо. Ну и про поведение на текущей неделе. Полот на защиту, все верно? Да, отлично. Ножки. Это улучшение. Отлично. Так. Тиранический, усиливающий, взрывоопасный. Усиливающий, собственно, агрить лучше тех мобов, которые относительно равны по своему хп и убивать их одновременно. Взрывоопасный, насколько я правильно помню, это сферы. Зелененькие. Их просто убиваем, пользуемся викаурой. Видос по настройке викауры на сферки эти я скину в описание к видосику. Ну а тиранические усиленные боссы по хп и атаке, в принципе, неделя не особо тяжелая. Самое главное следить за сферами и агрить нормальное, адекватное количество мобов. Вот и все. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачи в буте, хороших эпиков. Ну и надеюсь, после празднования новогодних праздников все с вами хорошо. Берегите ноги. До скорого. И не забывайте чекать ВК-группу и другие ресурсы, которые указаны в описании.